Смотрите, вы сейчас охренеете. Вы даже не поверите своим глазам, но... Ого! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, ребят, мы с вами будем играть в очень ожидаемую и в очень богомерзкую игру, которая называется «Предки Humankind Odyssey». Еще свеженькая, горяченькая, и поиграем в нее. Посмотрим, если вам зайдет и мне зайдет, то мы будем ее продолжать. Я еще чувствую себя, знаете, человеком, который творит историю. Название рода. Оу, это вообще интересно. Ересь назовем ее. Без элементов хат, без обучения. Вот это то, как предки наши и играли. Кем я буду наугад? Самцом. Я самец, естественно. Буду играть самцом. Сейчас узнаете, как жили наши предки на заре человечества. Найн! Ой-ой-ой-ой-ой! Вот они мы! Мы... Вот он! Это я, основатель нового рода! Мою мать только что жестко грохнули. Стоп, стоп, стоп! Это мой страх, это всего лишь страх. Я должен смотреть на реальную картину. Да, мои инстинкты говорят, что повсюду хищники... из-за кустов. Но также мои сестры говорят, что здесь есть что вкусненькое. Вот это, например, нет? Вот прикольно, что у меня нет подсказок. Я вообще не понимаю, что делать. Смотрите, значит, мы нажимаем вот сюда. Дерево говорит со мной. Залезь на меня. Есть. Блин, это был косяк. Тут крокодилы. Подальше, подальше. Страх отступает. Тут только могут быть всякие пантеры. Что я делаю? Я нажал букву И. Я сканирую что-то. Вон там квадрат. Для чего он? И там. Где же есть свои? Я взял себе немножко вкусняшки. Уи! Хорошо, на правую кнопку мыши мы издаем звук. Может быть, я зря начал играть без подсказок. Смотрите, квадрат теперь здесь. I don't understand. Это вот здесь. Что это значит? Норка! Может быть, это убежище? Отлично. Спрятались. С кокосиком припрятались, нормально. Мы вырастем. Вот. Прошло время, мы выползли. О, мы уже даже стоим на двух ногах. Я самая потерянная в мире обезьяна. Я не понимаю, что мне делать. Так, я что-то собираю. Палка. Я... нашел первый подарок. Прошу, мисс. Вот как придумал это слово. Я взял палку снова. Теперь я жму B и бешусь. Я демонстрирую свою доминантность. Никого это не волнует. Я понюхал. Я передал. Подарок сделан. Эволюция на ваших глазах. Теперь отдай. Хорошо, мы научились передавать с вами предметы. Закрепили. Вот такие мы существа. Мало кто так может. Мальчик, иди, научу тебя делиться. О, господи, я промок. На. Оп, он сел на меня. Хорошо, у этого запах приемлемый. Это можно использовать. Нам нужно искать пропитание, да, в первую очередь. Как бы нам снять этого мальчика? Снимайся с меня. Ладно, давайте нарвем всего этого барахла. Поскольку я вижу, что у нас ложа состоит из этого же. А, погодите. Еще раз срываем. Давайте понюхаем в первую очередь. Что это? Вкусно или нет? Кажется, это что-то съедобное, да? О, я сожрал это. Белиссимо. Первое слово, которое люди придумали. Могу его прям взять и кинуть? Уи. Давайте вернемся к нашему племени и попробуем дать еду. По-моему, тут я один что-то делаю. Вот, смотри, ты можешь кушать, на. Ой, я напугал? Я показал. Я обучил. Сейчас они все просто начнут лес сметать. Смотри. Ага, это съедобно. Блин, прикольно. Мы прям обучаем наших друзей. Пойду всем покажу. Они все это время голодали, просто стояли, не понимают, что им делать. Пока я не пришел. Пойдемте дальше смотреть, что можно сделать в этой игре. Вот он, этот камень. Мы можем об него разбить другой камень. Найди новый инструмент. Господи, да это же инструмент. Так подумал первый человек. Инструмент. Должен показать свою находку, свое открытие. Он боится? Что по голове больно? Да я, блин, злой с этим инструментом. Все-таки как-то надо научиться им пользоваться. Раз. Два. Плохой камень, ты изобретаться должен. Погодите, мы можем фиксировать. Хорошо, зафиксировали. Оп, что я сделал? Мы должны что-то нажать, должны придумать. Понять, мы на пороге. На пороге величайшего открытия. Давай же, открытие. Я так хочу тебя открыть побыстрее. Оп, незакрепленный камень. Да давай уже, что-нибудь сообрази. Вы не подумайте, ребят, Эйнштейн также размышлял над своей теорией относительности. Он стоял и думал, блин. Ну как она? Как она работает? Где эти гравитационные волны? Вообще, что это значит? Треугольник или квадрат? Я встал.
Я встал над этим, типа, сейчас будет, идея, почти идея. Сынок, ты меня отвлекаешь, не могу. Как тебя снять с себя? Вы говорите, запомнить, мы можем забыть. Выходите. Это я типа забыл. Забыть! Чел, только не отвлекай меня, пожалуйста, я пытаюсь запомнить. Ладненько, давайте пойдем обучать наших людей. Не побоюсь этого слова. Смотрите, вот камень, да? Мы сюда кинули еще один камень. Пойдем возьмем другой камень. Взял. Бросить в кучку RBRB. Мы сделали кучку. Давайте собирать кучку. Пойдемте, сложим в кучку. Блин, кучка растет. Давайте запомним об этом и всем расскажем. О, вот еще целая куча камней. Возьмем. Кучку. Нет, это ты кучкой не назовешь. Это была совсем сейчас не кучка. Погодите, почему я должен это понюхать? Это странный камень. О, блин, понять не так, как обычно. Надо развеять сомнения. Все в порядке. Хорошо, вот мы положили в кучку. Гранит. А, это другой камень. Запомнить, это гранит. Надо все сейчас ходить и познавать. Сухая ветка. И вот там наверху знак вопроса. Что с этим, собственно, мне делать? Спрашивает обезьянка. Ты вообще в своем уме? А, или подождите, я не могу запомнить сразу несколько вещей. Если я запомнил одно, я забываю другое. Черт, слотов памяти недостаточно. Кто это? Кто этот звук издал? Как будто бы пьяный мужик за телеком засыпает. Что с тобой? Ты спать хочешь? Его имя Див. Подтвердить. Мы зазнакомились с ним. Он что-то плохо себя чувствует. Див, что с тобой? Да. Несварение? Потому что надо было жрать то, что жру я. Но когда тебя обнюхаем, пахнешь бабочками. А тебя несет просто имя. Старшая особь. Все, тебя зовут Бук. Миссис Бук. Я не могу, я не понимаю, как снять этого засранца с меня. Сменить имя. Вум. Ой, я не подтвердил. Черт. Бу. Прости, с вумом не прокатило. Это кто? Бья. Это старший особь самец. Бья. Ты что, старший, значит? Смотри, у него унижение. Ха-ха-ха. И вот там вдалеке самка-отшельник. Почему-то она не тусит с нами. Блин, по-моему, все плохо, да, с ней? Ладно, давайте дадим еду. На. Быстрее, жри, выживай. Сменить имя. Так. Кстати, он со мной уходит теперь, она точнее. Погодите, что я сделал? Я переместился! Как я это сделал? Ну-ка, погоди. Ага. Вот как это делается. Все, окей. Знаете что, я думаю, нам нужно переместиться в старшую самку или старшего самца и научить всех разуму. Так, старший самец. Все. А то я думал, что мы все время будем одним и тем же. Так я. Я главный, отвечаю за всех. Я пошел спать. Ладно, я шучу. Мы, да, у нас небольшой привал. Все, закончили. Закончили. Вода пить. Вот это вот что значит? Не знать. Знать, что вода пить. Берем эту штуку. В кусты отошел. И вытирать. Не смотреть. Не смотреть. Не смотреть, я сказал. Ну-ка, вот это, что это значит? Текущее поселение стаи. Хорошо, здесь мы с вами живем. Это я запомню. Хо-хо. Видать, мы живем. Что за адский запах зловонный? Это я пахну. Вонять. Я вонять. Запомнить это. Но по идее, когда я заходить в вода, я не вонять. До этого надо тереть. Да. Мыть. О, я вытирать этим. Подзабыть. Знаете, на новая еда. Хвощ. Я назвать это хвощ. Да и быть. Жрать хвощ. Нет. Ха-ха. Хвощ только для босс. Все, видать. Все начали жрать сразу. Универсальный метаболизм. Вы усвоили питательные вещества из овощей. Мы теперь жрать не только мясо, не только падаль. Кайф. Запомните это слово. Кайф. А я полюбить хвощ с первой секунды. Но и пожрать это тоже неплохо. Угу. Можно хавать. Кайф. Скорее кайф. Смотрите, что-то я делаю. Что-то он там нюхать. Найдено новое место сбора. Место для рыбалки. Рыба. Пахнуть рыба. Недавно я ей вонять. Вот что я вонять. Запомнить. Ой, смотрите, оно не поело. Кажется, это ням. Скорее, нюхать. О, полезно. Жрать. Ну, видимо, сейчас будет еще какой-то странный эффект. Запомнить. Что со мной? Это новый вид. Первый в мире человек обдолбанный. Что-то мы все плохо себя чувствуем, кажется. Ладно, давайте начнем складывать палки. Я не понимаю, они жрут только когда ем я. Все остальное время они просто тупо голодают. Опа! Черпаю. Ну-ка, понюхать. Польза. Хлебать. Теперь они будут это сами делать или нет?
Хорошо, я черпаю, плюю, они уже все задолбались пить, судя по всему. Мое племя зависнуть и затупить. Они пьют воду без перерыва. Зачем? Хватит, прошу вас. Покажем всем, что пора спать. Эй, Джонни, здорово, пора спать. Мне снятся сны. Опа, я что-то представил. Палку, камень, улитка. Палка и улитка, срочно найти улитка. Я могу всем рассказать о своем сне? Кажется, теперь мое племя будет только и делать, что пить воду ежедневно. Ладушки, невозможно познать мир, не выходя в мир, правильно? Значит, выходим. Я понял, что в этой игре интуитивным образом практически невозможно действовать. Что там есть такое, а? Мертвый... Дохлый? Может быть, у него есть какие-нибудь технологии, которые нам пока недоступны. Конечно же, самый лучший способ что-то изобрести — это своровать. Поползли, поползли. Моя — отыскать изобретение и выдать за свое. Ведь моя хитрожоп. В гнезде? А-а-а! Нифига себе. Изучи члены стаи. Прошло после смерти 0 лет. Ну как мне интеллект-то применить? Подох! Забить. А вот яички-то как раз такие, ну, очень даже интересно. Осмотреть. Вылезти с жопа орла. Но вкусно. Вот. О, мама, 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 я, как я выжил? А, тут, наверное, пофигу, да? Да, тут пофигу. Где мои друзья? А, вот они все собрались. Итак, есть. Сожрал сырое яйцо, теперь у меня... понос. Давайте попробуем завершить вылазку. Завершить вылазку. Вылазка завершена. А теперь? Ты старшая самка. Не знаю, подскажи, что делать мне вообще, а? А, хороший совет. Я вообще не понимаю, где все мои соплеменники. Они куда-то все свалили. Ты стоишь, мочишь ноги. Для чего? Хорошо, давайте посмотрим, в чем твоя фишка. Это была взрослая самка. Одиночка фертильна. Я даже не знаю, что это значит, фертильность, но я стану ей на время. О, я фертильна. Я фертильна и горжусь этим. Что вы делаете? Мое племя адско багануло. Ладно, их не спасти, а вот вы. У нее ум, у Див. Блин, они не могут отсюда выбраться, как мне их позвать? Нажмите на Би, когда будете рядом с членом стаи, чтобы приказать ему сопровождать вас. Би. Они не идут. Они не идут за мной. Это не работает. Ой, могу ветку потрясти. Найдена новая еда. Короче, этих не спасти, я понял. Я пришел к выводу. Умозаключение, эволюция, понимаете? Попробую скинуть с обрыва кокос, точно. Он должен сломаться. Идеальное изобретение, прямо здесь и сейчас. И... бац! Он сломался? О! А! До этого не было ранений. А, ребят! Ребят, вы где? Сдохли, что ли? Кокос не разбился. В другой раз повезет. Я не оставлю попыток изучать что-то. Все еще стоит в воде, бедный. Что? Начать строить? Построить? Что я, блин, строю? Что я... Открыта новая постройка. Живая изгородь. Это я сделал с помощью кокоса и палок. Строительство. Теперь вы умеете возводить в поселение разные постройки. Конечно же, я умею строить. То есть получается, если я держу в руках кокос, я могу строить. Начать строить? Я построил лежак. Я... больная самка. Самое главное, как мне передать это знание всем? Позвать партнера. О май гад. Партнер, иди сюда. Быстро иди сюда, я сказал. О, меню эволюции. Так, мы что-то там понаоткрывали себе. Вы научились собирать всех членов стаи в одном месте. Займите Би, чтобы созвать всех членов стаи и приказать сопровождать. А-а-а, наконец-то. Активируйте нейрон с помощью нейронной энергии. Окей, хорошо, что это за нейрон? Восприятие. Дальность улавливания запахов и звуков увеличена. Теперь и двигательный навык. Теперь вы можете перекладывать предметы из рук в руку. Есть! Див. У нее шок. Она сама это сделала. Звать партнера теперь я научилась. Сволочь. Ладно. Моя спать. Именно самка повела наше племя к эволюции, к светлому будущему. Объяснится партнер. На шестой день...
сказал Евгений. Человек отрастил пару новых нейронов. Созвать стаю. Сюда, блин! Сюда, блин! Сюда, сказал! Пойдемте найдем остальных. Где они там? Эти придурки. Вон они. Ой-ой-ой! Ой, блин! Так, ухаживать. Массаж спины — это самое первое изобретение человечества. Сейчас я тебя заухаживаю до смерти. Смотрите, сколько связей я с ним приобретаю. Ай, молодец я. Тут болит? Он как-то отвергает, по-моему, меня. Значит, что я сказала? Я сказала созвать стаю. Покорно идут. Поползли, поползли. Быстро! Нифига себе! Все лайк за Див. Она просто спасла всех от неминуемой гибели. Они там наверняка все просто полудохлые стоят. И замерзли бы все. За мной, за мной, за мной, за мной. Сюда, сюда. Здесь тепло и сухо. Так, все здесь, все здесь. Мы проверим сейчас. Да-да-да, все тут. Давайте поухаживаем. Ухаживание приняли? Иди сюда, ухаживать буду. Так, ну-ка, иди сюда. Воняешь рыбой, но ничего. О-о-о, ухаживание, ребят. Я запатентую. Кажется, ухаживание прошли так недурно. Они отвергают ее. Она, конечно, да, может быть, она не самая красивая, но почему бы? Может быть, за тобой можно ухаживать? Ему не нравится мое ухаживание. Ну, конечно же, нельзя ухаживать молча. Надо какую-то атмосферу создавать. Попка просто великолепная. Ты скоро сдашься. Ведь этот вечер такой романтичный. Мы в пещере, дождь. И с нами наши друзья. Мы любуемся видом города. Это прекрасная постройка. Я ее сделала сама. Это центр города, да? Все, короче, знаешь что? Где-то слыхано, чтобы самка ухаживала за кем-то. Мне кажется, пришло время взять камень, переложить его в другую руку, да. Взять второй камень, изменить. Ух, блин, ребята, быстро! Измены начинаются, перемены к лучшему. Я все открыла для вас. Смотрите. Смотрите, вы сейчас охренеете. Вы даже не поверите своим глазам, но... Ого! Я сейчас как долбану по нему. Видал? Исчез. И что я сделал? Ладно, мне срочно нужно прилечь и подумать. Эволюция. Вот они, дозревшие нейрончики. Ловкость рук. Изучайся. Ну, изучайся. Почему? Есть! Теперь вы можете перекладывать предмет из руки в руку во время движения. Какой-то еще один нейрон изучается. Мозг активно думает. Новая способность, ловкость рук, выбрасывать предметы во время движения. Нифига себе. Позвать партнера. О, ты пришел. Ну и при детях же, хотя мы древние, нам пофиг. Камера отвернулась в итоге. Так, оно произошло. Мальчик ничего не понял. Самец вообще в шоке. Но я ненасытная. А да. Ты не думал, что отделаешься так легко? Спарринг у меня дубль 3. Мы это сделали. Мне понравилось. О, да. Но ухаживать я пойду за другим. Первые измены. Я недавно при тебе прям 3 раза спарилась с другим. Зря я это сказала. Я просто грязная шимпанзе. Это же древнейшая профессия. Надо за это брать ягоды. Буду ухаживать за ягоды, да? Каждый выживает как может. Просто отвергли грязную Почему-то мутно у меня в глазах стало. Одурманено любовью. Все. Это я тебя отвергла, понятно, урод? Нет, мы уже не можем партнера призвать, ибо все, достали нас отношения. Вот такое племя, ребят, у нас получилось. Какая эволюция, возможно, вот с этим, я не знаю. А я вам скажу, какая. Юджиновская! Юджиновская теория эволюции формируется прямо на ваших глазах. И если вы ее сторонники, то ставьте лайк, и тогда выпущу новое видео по этой игре, где наше племя Ересь научится очень многому. Прям вот очень многому. Ну а на сегодня мы все. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте про колокольчик, чтобы получать уведомления. Также не забудьте про мои соцсети, они все внизу в описании. Всех вас люблю, огромное всем вам спасибо. С вами был Юджин, и всем 5!